После матча пресс-конференции Родина МВУК Энергии, главный тренер команды Родины Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, с победой, ваше резюме по игре. Спасибо. Всегда положительные эмоции после матча, когда побеждаем. Мы к этому идем, стараемся своим ребятам говорить, тренерским штабом, как бы настраиваем их на победу. Знаете, что у нас ребята молодые, амбициозные. Ну, скажу так, что планировали в недельном цикле, так и получилось. Положительный результат. Счет, как говорится, 1-0 в нашу пользу. Также самое можно отметить хорошие индивидуальные действия, взаимодействие также Антонова и Бирюкова, которые, видно, Артем как забил гол. Ну, что еще можно сказать? Спасибо ребятам за самоотдачу, за понимание. То, что тренерский штаб от них требовал, то они выполнили сегодня. Можно сказать, что уже ребята постепенно нащупывают свою игру и не боятся уже вообще никакого соперника? Как бы, да, можно, но вы же понимаете, что у нас ребята молодые, и они от игры к игре идут все вперед и вперед шагают. То есть каждая игра – это какая-то очередная ступень в их будущем. Я думаю, если они будут так же само относиться положительно и реагировать на то, что им подсказывает тренерский штаб, они будут, я думаю, будет большое будущее. Часто ли хватались за голову на скамейке запасных во время матча? Да, были моменты, когда ребята могли там в перекладину попадали мы и могли еще не один гол забить. Но, как видите, реализация немножко хромает. Будем над этим работать. После матча пресс-конференции Родина МВУК Энергии, главный тренер команды гостей Осадчук Сергей Иванович. Сергей Иванович, ваш комментарий по игре. Поздравляю хозяев с победой. Мы сегодня не заслужили. Где-то середина первого тайма, в принципе, был доволен тем, что мы неплохо выбегали, но реализация хороших эпизодов, моментов оставляет желать лучшего. Не доиграли эпизод, получили гол. В итоге проиграли игру. Во втором тайме у нас совсем не получилась игра. Перешли на 4 защитника, пытались оказывать давление. Полумоменты такие были созданы, но, к сожалению, не забили. С чем было связано то, что изначально вышли на игру в 5 защитников? Мы весь сезон играем, 3 центральных защитника. У нас наиграна на эту схему. Мы каждую игру так играем. На сегодняшней игре у вас была достаточно короткая скамейка. С чем это связываете? 2 центральных защитника основных наши ребята травмированы. И есть травмы, которые не позволяют нам сейчас оптимальным составом играть. Но ребята молодые. Получают возможность, шанс, нужно себя проявлять, доказывать.